Первый ремонт дорог начался еще в мае, когда шла активная подготовка к легкоатлетическому пробегу на призы газеты «Новатор». Далее дорожные рабочие компании «Базовый капитал», «Технострой» заделывали ямы по маршруту следования автобусов, которые на этой неделе отвезли детей на отдых в загородные лагеря. Нижнетагильская фирма этим летом отвечает за содержание салдинских дорог. А значит, с них можно спросить не только за латание ям, но и за уборку мусора с проезжей части, очистку от грязи и пыли подходов к пешеходным переходам, очистку тротуаров механической щеткой с увлажнением. Всего в ведомости видов работ по содержанию улично-дорожной сети 64 пункта, которые фирма обязана выполнять. Кроме компании «Базовый капитал Технострой», в Верхней Салде будут работать и другие фирмы. Например, торгово-строительная компания «Аракс Стройгрупп» займется обустройством водоотвода, восстановлением тротуара вдоль кинотеатра «Кедр». Закончить работы необходимо до 15 июля. До 1 августа предприятие «Малахит» должно отремонтировать дорогу по улице Энгельса, где в прошлом году сняли асфальтовое покрытие. Этим летом должен быть закончен ремонт улицы 3-го интернационала, а также вынос инженерных сетей для дальнейшего спрямления улицы Энгельса. Куратор всех дорожных работ – муниципальное предприятие «Служба городского хозяйства», и от того, насколько пристально его сотрудники будут следить за выполнением муниципальных контрактов, зависит и качество выполненных работ подрядчиками.